Итак, для этого нам нужна линейка, клей такой вот, например. Самое главное, чтобы в вашей коробочке, у меня это из Pennsylvania Families, была вот такая вот штучка. Ножнички и любая картонная коробка. Ну, то есть, как бы, чтобы этот картон вот так вот резать. Это я для иностранцев поясняю. Также вам понадобится цветная бумага. У меня она вот таких вот цветов. Можете выбирать любые по своему вкусу. Ну что ж, поехали! Такой вот небольшой боксик у нас с вами получился. У него даже есть стекло. Сейчас покажу поближе. Вот таким вот образом оно выглядит. И до этого вы могли увидеть, как я его сделала. Теперь пришло время сделать мебель. И вот что у нас с вами пока что получилось. А сейчас я предлагаю сделать журнальный столик для наших Sylvania Families, а для кого-то Lil Woodies. И вот таким вот образом у нас с вами получилось. Здесь есть вот такая вот картина, здесь у нас стекло, мягкие вот такие вот креслица, прозрачный столик. А если тебе понравилось такое видео, то поставь лайк и не забудь подписаться на канал Мила и Милы Увлечения. И всем пока! Пока-пока!